Это ваша поликлиника, и здесь ваш семейный врач. И как часто вы сюда ходите? Ну, редко. Тяжело ходить, потому что... Редко, потому что тяжело ходить? Да. А по какому поводу обращались? Обращались со всеми, были. То есть печенью, поджелудочной, никто ничего не лечит. Ага. Говорят, худейте, как худеть, если у меня же органы не работают. Лечить нужно, они все худеют. И вы к какому врачу обращаетесь сейчас? Никакого. Семейный? Семейного, да. Ага. Никто не лечит, не хочет даже смотреть. А семейный говорит, не кушайте и похудеть. Причем тут кушанье, у меня органы не работают. А они мне говорят, не кушайте и похудеете. Ага. Не хотят лечить. А вы как думаете, что можно и нужно лечить у вас? Печень. Вот, да, поджелудочную. Ага. Меня все время сушит. Это от поджелудочной, говорят. Сушит? Да. А вы лечили до сих пор или... Лечила, да это не помогает. Ага. Неэффективно. Значит, неэффективно. Значит, что-то нужно менять. Откуда я знаю, что? Врачи даже не хотят ничего сделать. Так если говорят, худеете, значит, много кушаете или как? Нет. Я худею от печени. Или часто? От печени, от поджелудочной. Ага. Они не знают, что сказать, поэтому такое и говорят. Ага. А вот, например, в больнице доктор Евгений Николаевич сказал, ну, я могу тебя вылечить. А в какой больнице? В третьей горбольнице. А почему в третьей, если это на Брашкановке, а вы на Ботанике живете? Потому что я туда попала. А, понятно. И там он меня увидел, что я полный, и вылечил немножко, я была 142 килограмма. Даже в гору могла ходить. И как вылечил? Вот так, какими-то таблетками, капельницами, уколами. Ага, ага. А это когда было? В 2014 году, 2000. Да, уже 7 лет назад. Да. И вы обращались к нему еще раз после этого? Да, но он не хочет. Он уже не хочет? Не хочет, потому что в больнице не хочет тоже. Как он будет без согласия больницы лечить? Ага. И вы, говорите, подавали на них в суд? Да. Суд ничего не выполнил. Суд защищает больницу, и ничего невозможно сделать. Понятно. И вы судились с адвокатами или сама? Сама судилась. Ага. Адвокат один раз нанимала, но ему надо много платить. Ага. И я отказалась от этого. И уже сама судилась. Ага. Судились и... Ничего не помогает. Досудились. Да. Ничего не помогает. Второй этаж. Да. Ого, так трудно дышать. Да. Мне тяжело ходить из-за полноты. Что печень, поджелудочная не работает. Может, еще что-то не работает. Ага. Вот спрашивайте здесь. Врача. Не спрашивать, вы да. спрашиваете. Да, а я не знаю их. Семейного врача. А я не знаю этих врачей. А у меня была врач, потом заведующая. Знать. Они должны знать. Hello. Где мне доктор? Доктор. Есть. Yes. Есть, yes, Таня. Yes. Доктор. Я мне. Присаживайся. Присаживайся. Идите домой, и она вам позвонит. Хорошо?
Идите домой. А дитино примет? Дитино примет, я вряд ли и тратата. Доамна Родника. Медику де фамилия ей, да? Медику де фамилии, да. A spus să ducă acasă. Păi, dar ea vine cu probleme de sănătate. Zice că nu poate merge, nu poate respira. De ce să se ducă acasă? Și mi-a spus doamna Rodica. De ce să se ducă acasă dacă a venit la doctor? Dar eu știu că doamna filmează, că tu voi nu aveți drept. De ce să se ducă acasă dacă a venit la doctor? Pot să vorbesc și eu cu doamna Arhip? Stați acolo. Stați, vă rog, acolo. Vreau să vorbesc cu doamna doctor. Nu aveți drept, că eu chem poliția. Doamna... Sau mă duc la șefa spitalului. Eu chem poliția. Apăsați, vă rog, pe buton, domnul filmează și lasă vii și clarifice. Vreau să vorbim, întrebați, vă rog, de doamna doctor, dacă vrea să vorbească despre acuzații. Sau mă duc la șeful spitalului. Ei, șeful de secție. Așteptați, vă rog, frumos. Vreau să vorbesc cu doamna Arhip sau cu șeful spitalului. Ați să vorbiți. Când? Acum și așteptați. Bine, aștept. И мне сказали подождать. Это была наша участковая, теперь заведующая стала. Да? Да. Архип ее зовут? Архип, да. Родика. Домна Родика. И как часто вы к ней обращаетесь? Она мне не хочет. Она не хочет принимать? Нет. Давно? Давно. Ага. И телефон уже скрывает. Ага. Раньше мы дозванивались, а сейчас скрыла телефон, уже не дозвониться. Какой, мобильный или этот? Этот, стационарный. Ага. И там другие поднимают и ложат руку. Говорят, нет, дома на родике. Ага. Нет, нет. Мою мать, она наругала, когда она обратилась, чтобы мне таблетки от похудения дали. Наругала и сказала, идите к своему врачу семейному. Она, это Архип? Да. Так она не семейный врач, значит? Она уже, она сейчас заведующая. Она заведующая была... всех семейных врачей, да, наверное. Да. Она была вот там в конце коридора, 25-й кабинет. Ага. А теперь заведующая стала. А к шеф, ее шефу, к директору поликлиники не обращались? Нет, они хотят меня принимать. Spuneți, vă rog, unde găsesc șeful? Șefa noastră? Nu, șefa, că văd că șefa nu vrea să mă primească. Șeful spitalului, al policlinicii. Da, poftim în clădire de lătră, 414 mână. Dar cum să ajung acolo? Să mergi la primul etaj. Aha. Prin a, prin coridor. Bine, mulțumesc. Bună ziua. Bună ziua! Eu mă duc la șef spitalului dacă nu vreți să vorbiți cu mine. Dar nu, dumneavoastră sunteți șef Arhip? Nu? Dacă nu mă primește doamna Arhip, mă duc la șef spitalului. Vă primește, când? Dumneavoastră nu aveți drept pe mine să mă filmați. Doamnă, lăsați-mă cu poveștile, intru sau nu intru? Doamna, eu mă duc la șef spitalului. Jos. Cine, doamnă? Doamna, vă primește jos într-o 101. Iată, doamna asta, șefa secției Arhip? Da. Ștergeți, vă rog. Lăsați poveștile pe ștersul. Deci mă așteaptă jos la 101, da? Vă duceți jos în 101. Bine, doamnă, mulțumesc. Da. Где 101? 103? Сама была, где 101? Где? 101, что 101 у меня, здесь мы до 101, как мы ждем шефа. Так не шумея, де ла порта, не знаю, где 101. А пиво, как трес, я имблю.
Я думаю, что там 101. Если 103 там, а там 106. Или вот, 104. А, другого нет. Și, doamnă, nu știe nimeni unde e 101. Ce 101. Ce acolo? Nu știu, șeful. Mi-a zis că mă așteaptă șef. Unde e 101? Acolo e 104. Eu nu știu. Prima fă informația. Doamne, spune. Spuneți, vă rog, 101 unde? 101 cabinet. Nu știu. 101 mi-au spus. Mi-au zis că eu șef. Șef a distrus. Ușa cei cafenei, dar e închisă. Dar pe cine vă trimis dumneavoastră? De la doi. De la medici de familie. Poate să vină, da? Ждите ответа. Реклама на медикаменты. Сейчас пойдем к счету на четвертый. Но в другое здание. Nu sunteți șefă? Nu știu. A, o să vină cu șef. Da, am înțeles. Da. Mulțumesc. Chemifar. Cred cât alcool are, dar dacă e pentru chirurgie. M-am încuiat în cabinet singur. Mersi. Probabil vor ca să vorbesc cu poliția întâi. Eu chemă poliția și își doresc poliția. Da, da, m-ați încuiet acolo, după aceea să mă acuzați că v-am furat computere sau suzete. Dar nu vreau să mă așez acolo. Eu mă duc la șef în cabinet, la etajul 4. La etajul 4 mă duc. La șefa spitalului, la șefa policlinicii. Coridor și urc la 4, da? Nu știu, mă, nu știu. Nu știți unde e șefa dumneavoastră angajatoare? Nu știți unde e șefa dumneavoastră? Care șefă? Noi trei șefi avem. Șefa spitalului, la policlinice. Trei șefi avem. Eca, care e șefa superioară a medicii de familie. Acolo. La etajul 4, mă duc, da? Mulțumesc. Au medalii, spital model. Dar își bat joc de oameni. Mai ales de cei slabi. Și grași. Și bătrâni. Iată și un copil plânge din cauza lor. Da? Da. А тот на четвёртый, нам на четвёртый нужен. Иногда спиртуйте руки. Хотя бы иногда. Не смогли? Нет. Нужно нажимать сильнее. Вот такие у нас врачи. Ничего не делают. Я вижу. Сама заведующая не делает. Отправляет домой. Идите да. Домой. Иди домой. Кто будет лечить? И сама заведующая не лечит. Дай время на патру.
такие врачи? У кого лечиться? Я сама заведующая отправила. Мою маму выругала. Сказала, что больше не приходили. Она тоже жаловалась? Да. И как же ее взяли вы? У нее другое. Ее хотят, а меня не хотят. А. У меня видят, что я инвалид, и не хотят меня. Давай. Вот. Где шеф? Сама велони ги сам шефа. Јака ладона менеджер, за екземпл. А, што од поликлиника? Да. Ја ич, да. Не, не. Нет, то ништо. Спросите, где шеф. Может, она там? Спросите соседней. Не знаю. Я разговариваю с шефом поликлиники. Инкис. Фанакет. Sigur că o tratați responsabil și corespunzător. Nu, nu. Dar inițial mă băgau pe mine. Inițial mă băgau pe mine acolo. Când de fapt trebuia Tatiana să fie tratată, că ea a venit pentru ajutor medical.